находимся на канатной дороге. Стоимость одного билета на одного человека 15 лари. Покажу вам всю красоту Батуми с высоты птичьего полета. Друзья мои, мы на канатной дороге. Большая очередь. Видите, сколько много туристов. Идут. Очень много туристов. Очередь такая большая. Вот, все ждут в своей очереди. Вот такие вот вагончики. И я не знаю, по сколько человек, по 6, по-моему. И вот мы туда скоро сядем. Вот наш вагончик, мы садимся. Подашки, сын. Что, поехали. Там размыто, может быть, там, в принципе, вот не лучше. Наша конечная остановка вот. Город Батуми с высоты птичьего полета. Очень страшно. И как ты? Ему плохо. Сердце потерял. Дальше будет еще красивее. Постройки заканчиваются. Начинается. Горы. Представляете, кто здесь живет в постоянном страхе, что в один день что-то может на них упасть. Не дай бог. Будет еще красивее. Да, я прошу. Ресторан, кафе. Как страшно. Вот это Батуми, друзья мои хорошие.
идет чуть-чуть. Красивчик, красивый. Ну, это снова. А сейчас. Sen merak ediyorsun değil mi? Şu şey güzel yani. Manzara güzel. Düşmeden geldik. Мы приехали. Друзья мои хорошие, выходишь когда с кабинки, и вот такой вид открывается, красота. Дегустация вина. Вот такая красота открывается, церковь. Смотрите на моего Машка. Ашка. Такая красота здесь. Сейчас мы посмотрим Батуми. Как на ладони видно. Столько туристов, нескончаемая толпа. Мои хорошие, посмотрите, какая красота открылась перед вами. Солнце заходит во всей своей красе. Посмотрите, это Батуми. Вроде бы такой большой, а отсюда... Вы видите? Горы, а там Турция, любимая моя Турция. Внизу такой сад, весь зеленый, церковь внизу. Ну, посмотрите. Вы видите? Все такое кажется отсюда маленьким, крошечным. Такие высокие, красивые здания. А ты готов? Друзья мои хорошие, посмотрите. Батуми. Канатная дорога Батуми. Мы возвращаемся. Возвращаемся. Внизу вот такая вот. Красиво.
каждый раз здесь приезжают идти мимо людей. Подними красота. Закат. Красота действительно. Посмотрите, друзья мои. Начинает включились лампочки, огоньки. Какой батон. Кто приедет один раз в Батуми, обязательно должны покататься на канатной дороге. Цена 15 лар. Малышка. Самый лучший муж в мире. Эн-И-Куджа Дюнеда.